Это Альфа-Пэй. Свобода платить так, как удобно тебе. Платите как удобно с Альфа-Пэй любым смартфоном и получаете супер-кэшбэк каждый месяц. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Всем привет, Павел Вайс и помощники. Купили контейнер сегодня за $895. Можно посчитать, за $900 купили контейнер, большой, ничего не понятно, много коробок. Решили попробовать. Фу, какая пыль. Вот такой. Много всего, ничего не понятно. Но очень интересно. Погнали. Пылесос. Кому нужен пылесос? 50 баксов. Шутка, забирай. Наверху плюс 50 баксов. Поступила от Кирилла. Да, на самом деле какая-то обувь есть. Comfort and style. Чего? Какая телега. Чуть ли не новая. Да, телега почти новая. Написано сандали. Да, от Найков остались одни сандали. Ха, Genie. Faraway Lands. English Genie. Какие-то куклы. Да, куколки, конечно. Немножко старые. Непонятно пока насчет кукол. В сторону отложи. Здесь написано Car Audio. Маленькие сабвуферы. Sony. Ну, вроде не убитые. Держи. Тут еще один. Всякие колонки. И пара усилков. Это гриль маленький. А это что такое? Стол? Нет. Для маленьких людей массажный стол. А, это, знаешь, такое ставится и кидаешь эти мешки с песком, и надо сюда попасть. Такая игра типа американская есть. Как оно открывается-то? Инструменты старые. Смотри, новые Paris Hilton. Раньше были супер популярные в Америке. Все, кого я знал, и Женя, и все девчонки, кого я знал, покупали и радовались. Новые, в сторону. Поделим между женским населением нашей компании. Далика? Ну, они очень вкусно пахнут. Да. У тебя было Paris Hilton? Был Paris Hilton? Нет. А зря. Для полировки. Она слушает. Она новая? Так, ты замесь вот этой стороной. Что-то хорошее будет, зови. Ух ты, папс. Крутые-то крутые. Барута. Прикольно, держи. И тоже Барута. Harry Potter. Смотри-ка. Ой, все, сейчас у нас это деньги. Деньги от Кирилла у нас полетят. Он уже пылесос купил. Пылесос, там еще купил машину, приметил. Смотри. Harry Potter. У меня вот такой есть. На самом деле недорого стоит. Недорого? $15. Класс. Долларов 100 за это, думаешь, выручить можно? Нет, 30 за все. Да. Ну да. Тут какие-то ключики. Ключики. Ну и ключик сюда кинем, если что-то найдем, мы будем знать ключик там. О, смотри-ка. Quick at home COVID test. Я немножко... А expiration есть? А там вообще есть? Да, что-то 23-го года, блин. На, вот. Что, думаешь, он нет? Мы эти наши с офиса попробовали с Женей, вообще ничего не показывают. Ни контрольную линию, ни вторую. Да? Да, да. О, Лик, нам нужны, да, зубные щетки? Мы чистим всякие вещи ими. Ножик у нас был в сумке, ножик. Да, в кармане. Какой-то планшетик, банки, склянки. А нам вот такие пульки не подойдут для того, что у нас лежит в шапке? Да, так это они и есть. Они есть? Да. Kidbuzz. Два планшетика для детей, держите. О, квадрокоптеры. Лик. Я. Ты же пинцет искала. На, тебе пинцет будет. Это серебро. Серебро написано? Да, 926. Какая 926? Да. Вендетта. Ви для вендетты. На, Йода. Да, да. О, смотри, еще нашел. На, Лик, прочекай. Своим зорким взглядом. Упс, честно, не хотел. Ну, тут сковородки, кастрюльки на... New? Не знаю. Но они там есть, я слышу их. А, она еще попросила эти вещи личные оставить здесь в Unity, что хорошо, так как мы можем их не забирать. Чего тут? Вот это фильтр может стоить нормальный день. Ну, баксу 20. Да нет, фильтр не стоит. Я думаю, надо избавляться. Мы находили такое, пытались продать, не смогли. Перчатка. Это хлам. Bushnell так себе фирма, не самая дорогая. А тут гвозди, наверное. Нет, тут гайки. Кирилл, посмотри, если что-то интересное найдешь. Окей.
кроссовки для боулинга и, конечно же, мячи для боулинга. Пакеты от Макдональдса. Класс, супер. Похаваем. Но пила это хорошо, она там есть? Ничего. Открывай, заценим. Деволт. Хорошая пила. Я думаю, долларов 100. Посчитаем 100. Не, не надо свечи. Забирай, это хорошее. Тут всякое стерео. Да, вот это может кто-то что-то стоить. Держи. Это блоуэр. Да, сразу в лицо направила и пытается включить. И что? И что? Какой индеец в шляпке. Пила. А что это? Таблетки? Да. Ах ты, я бы сказал бы. Я промолчу. Вредина. Фонарики. Тут какая-то шкатулка. О, надо заценить. Жарко, конечно, сегодня. Опять пусто. О, золотишко. Золотишко нашел. Лик. Вау. Проверь. Молодые глаза. Стерлинг сильвер. Сережки. Стерлинг сильвер. Что-то как? Золото, но оно выглядит как золото. Выглядит, да. Серебро. Ух ты. Доляр. Ух ты. Что это? Все для машины, типа, да? Да, да, да. Ну, все такое. О, выкидывай. О, смотри. Где эти за золото было? Магнит? Да, золото это по-любому. Золото, еще и рубины какие-то. А вот это? Ну, выглядит похоже. 50 центов. Ну, это вроде ничего нет, да? Мне кажется, остальное все здесь хлам. Гильзы. О! Юпитер. О! Труба. Облезла чуть, но есть. А? Дудеть будешь ты. Я дудеть не умею. Я на гитаре и дудю. Ты что думаешь, если ты на гитаре умеешь играть, можно на трубе играть? Нет. Резинка для волос не нужна. Она не пользуется ими. Какой... Ее, наверное, никто в жизни не видел с убранными волосами. Смотри, что делаем с индейцем? Точно. Вот эти прекрасные часы. Ну, это я не заметил. Ты серьезно? У-у. Такого точно нет, но они так 40-50. Мы оставим его на Юнити. О, деньги. Куда ты деньги дела? А где вторые деньги? Книги. Религиозные и детские. Да, мы здесь долго будем, ребят. На, поковыряйся, там что-то внизу есть. Не знаю, что правда, но что-то есть. О, еще одна сумка. Скорее всего, тоже боулинг. Ну, слишком тяжеленькая. Да? Еще боулинг. Держи, Кирилл. Туда. Тут нужно в боулинг ходить со своими мячами? Да, у меня был свой. Да, я со своими ходил, я профессиональный был. Опять куклы страшные. Ну, фарфоровые. Которые ночью к тебе в дверь скребутся. Ржавые гвозди, инструменты. Забирай. О, бафер, у меня такой же был. Чикаго называется. Ну, это долларов 30-40 стоит. Они ничего не стоят, но мы заберем для юнита. Мебель с чистого дерева. Кирилл, забирай все удочки в сторону, потому что мы их заберем. Ух ты, у тебя там сумки. Еда. Держи. Еда. Там гвозди написано. О, детские Джорданы. Все. Человек нашел одежду. Ты бы еще это до груди себе ее дотянула, как Эйс Вентура из этого. Ну, Джим Керри из Эйс Вентура. Да, да, да. Ты очень похожа на Эйс Вентура. Тут еще под какой-то, еще одна юбка. Просто не знаю. Для тебя, Саня. А это дети мясо, что? Я навяжу. Все? Ну все, хватит. Хорошо понемножку. Как же танец? Так, разобрали половину немножко юнита. Нашли две вот таких штуки. Ну что, стрельнем? Кто вызывается добровольцем бежать зигзагами? Турни я. Ну, я побежал. Ты побежал. А куда стрельнуть? В стену. Так, что тут не так? Почему он
Я зарядил. Ага, вот. Стреляем. Вы видели? Смотри-ка, в коробку. И дырка. Это пневмат? Да. Два таких нашли в идеальном состоянии. Не, кому-то побежать придется. Просто надо опробовать. Я посмотрел на эту дырку в коробке, мне прям вообще не хочется. Но она же не убьет, она так просто чуть-чуть. Чего это? Это подгоняет тех, кто медленно работает. Может, еда? Не знаю. Ну, потом просто. Короче, вот, еще какие-то таблетки нашли, то есть планшеты. Лук нашли индейский со стрелами. Тут лицо лисы. Не знаю, настоящее нет. Вот, игрушки нашли. Canon фотоаппарат. Вот это мы, кстати, продавали, мне кажется, где-то. А, еще нашли двадцаточку, которая сразу, автоматически. У меня вала-то с собой нет, то есть бумажника. Должна была идти в вал, это остается здесь пока. И мелочь. Вот, кольца. Такое пока. Пока по мелочи. Пока не видно ничего такого супер-пупер. Тут? О! Такое. Мелочь, электроника. Ага, для тумана машинки, которые туман делают. Дымовухи. Пока так. А, еще компрессор классный нашли. Да. И триммер. Если Женя это увидит, скажет, мне. У него все триммеры в мире собрались у меня дома. Вот. В принципе, пока неплохо. Я думаю, мы вернем. Я думаю, мы отобьемся, но мы продолжаем искать. Так, Лика, расскажи нам еще раз, куда ты что спрятала? Никуда. Это наборы для того, чтобы... О, деньги. О, еще деньги нашли. А тут... Все в Макдональдсе. Доляр. Так, уже $21. Ну, вообще, с мелочью, там, наверное, $30 уже. Тут хорошие вещи. А где патрики? А, маленький. А это чистить оружие. Короче, мне кажется, ребята, это у нас... Это то, что он кожа. Да, мне кажется, это у нас немножечко... Вот это тоже, да? Да. Немножечко проигрышный юнит. Ну, вот это пистолет был. Лика, что? Где что пистолет? Где пистолет? У меня подозрение, ребята, есть. Где пистолет? Что? Она берет пистолеты. Лик, зачем тебе столько пистолетов? Самооборона, самое важное. Так, но тут, это все было в конце. Тут все намекает на то, что есть пистолет. Или они его уже забрали. Так, нашел пистолет. Слава тебе, Господи, всю жизнь искал. Так, здесь персональное. О, Лик, принеси, пожалуйста, свет. Свет. Ух ты. Перчик. Очень странная коробка. Коробки от обуви. Мы уже не радуемся, потому что у них в этих коробках от обуви всякие бумажки. Но тут... Тут не бумажки. Тут ушки чистить. Немножко используем только. Это аптечка, походу, какая-то. А это что такое? А, это фонарик. На юнит. Все, что мы найдем в этом юните, пойдет на юнит. И носки. Хрень. Вот это на юнит. Да, у нас очень интересный юнит. Видео просто бомба. Вы все знаете, что на данный момент такая ситуация, что монетизации ноль. Это на что был намек? Вы можете поддержать наш канал. Чем? Донатами. А куда их донативать? А у меня есть, кстати, ссылочка там. Ну вот. Ребята, скиньте Лике денег. У нее их нет. Она очень сильно хочет денег. Работает она у меня за еду. Я... И причина, почему Лика до сих пор не ушла от нас, потому что она любит есть. Одевается в одежду из юнитов. Да, вот она... Все подписчики пишут, что я постоянно в одном и том же. Одета, говорят, как абсос. Абсос. Как бомж, что там еще было. Ребят, думайте, почему? Потому что работает Лика у нас исключительно за еду. На одежду не хватает. Донаты, да. И все в фирму, Лика, все донаты пойдут на будущие покупки контейнеров. То есть не на мою еду, да? Ну там тоже мы еду находим, все тебе идет.
Вот спрашивают часто, почему такая большая текучка у меня кадров? Потому что еды иногда нет. Ужасный начальник. Вот, в точку. Начальник я никакой. Хотя, Лиха, ты что-то у нас уже задержалась. Ух ты, красиво. Ну да, это ловец снов с индейцами. Смотри, тут сертификатики есть, $14 целых. Да. И волчара. Но это надо очень аккуратно, потому что это пойдет на очень хороший юнит. То есть на один юнит. Все, что мы здесь нашли, идет на юнит. Круговорот юнита в природе. Да, а так и есть. Что нашел в банке? Открывал, открывал, а там джинсы. Кухонная. Ты это уже все посмотрел, походу. Это по моей части. Да, ты это любишь. Ух ты. Деньги. Фотографии. Он еще и приклеен, скорее всего. А нет, не приклеен. Смотри-ка, доляр. Еще один нашел. Ух ты какая. Это, наверное, по воде она быстро. О! Красота. Похоже на бутылку, но нет. $19. Бокал. Это на юнит надо. Крисмас, Крисмас. Наручники. Стол. Класс. Что нашла? На Тивити? Ага. Так, вот эти две вещи на юнит. Когда же это закончится? Персональная. Персональная бумаги. Бриллиант? Это не бриллиант, это рубин. Да. Надо протестить, а то вдруг настоящий. Ну да, там же реально написано мэри чай. А вот что, думаешь, в Китае? Думаешь, в Китае не делают рубин? О, смотри, я ювелирку нашел. Да. О, я еще ювелирку нашел. Бумаги. Документы. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Divorce license. То есть развод. Ох ты, детки, детки, детки. Так, я думал, что это ювелирка, но это была не ювелирка. Вот эта сумка. Носки. Носки, здесь очень много носков. Да, что-то... Что-то так себе. Ну, как-то так. Я думаю, все, да? Мы уже там посмотрели. Трофи. Трофеи, то есть. Ладно. С этим юнитом так себе. Думаю, на юнити и на кое-каких вещах мы это отобьем. Вот. Золото чуть-чуть тоже поможет отбить. Ну, и юнит выставим. Неплохой будет такой жирненький юнит. А остальное все на свалку. Это Альфа-Пэй. Свобода платить так, как удобно тебе. Платите как удобно с Альфа-Пэй любым смартфоном и получаете супер кэшбэк каждый месяц. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Ну что, ребят, как случилось с этим юнитом? А, мы не поехали второй контейнер покупать в тот день, потому что запарились до конца дня, работали до вечера и разгрузились, разъехались по домам. Мы решили все, что мы нашли в этом контейнере, так как не было ничего такого выдающегося или такого дорогого, мы решили все просто красиво разложить и продать это как контейнер. Мусор весь выкинули, только хорошие вещи на контейнер разложили. И, кстати, неплохо. Продали мы этот контейнер за $1000. Вчера, кстати, продали. Ну, значит, мы заработали немножко. Я бы сказал, мы вышли в ноль, потому что ребятам заплатить, трак снять, примерно в ноль и вышли. Чуть, может быть, потеряли, но это не проблема. Главное, не затянулась продажа этого хлама на несколько лет, как всегда. Так что бывают контейнеры такие, где уходишь в ноль, а иногда проигрываешь. То есть иногда вы смотрите мои видео и, наверное, думаете, вау, после каждого видео там 10 штук, там 10 штук. Это примерная оценка, сколько реально получить за тот или иной товар с того или иного контейнера. Но не всегда мы это получаем. Иногда занимает полгода, а то и год продать все вещи, а то и нет. Иногда быстро продаем. И вот такой как вариант выставить все на контейнер, продать быстро на аукционе, за сколько уйдет. Ну и смириться с потерей или с выигрышем. Вот такие у нас дела. Так что ищем другой контейнер сейчас. Я думаю, сегодня-завтра куплю еще один. Есть там парочка, я наприметил.
очень прикольные контейнеры. И надеюсь, на них нам больше повезет. Смотрите, какая у меня штука есть, сейчас покажу. Ух, как на красный свет Kia прогнала. А, да, еду домой. Рассказать вам маленькую историю. Смотрите, видите, я не знаю, если видно, нет, трещина на моем стекле. И как вы думаете, эта трещина уже случилась второй раз? Ну что за водилы сегодня? Женщина. Так вот, трещина на моем лобовом стекле на новой 24-го года BMW X7 случилась два раза за месяц. Я на траке гонял уже, ну вот три года на двух траках отгонял. И ни одной трещины, ни одной там царапинки на стекле нет. На этой, как выйду на трассу, на хайвей, сразу какой-нибудь камень и все, разносится этот паутина, блин. Я не знаю почему. Вот. Но во Флориде есть такой закон, если у вас есть страховка на машину. Comprehensive называется. Бесплатная замена стекла. Вы вообще ничего не платите. Никакой дедактабл, ничего не платите. Просто хоть каждый день меняйте стекло, если оно будет разбиваться на хайвее. Бесплатно. На эту машину стекло стоит $3,500. Сколько это в рублях? 350? 300? 300 тысяч рублей стоит стекло лобовое. Вот. Треть миллиона рублей. И уже вот второй раз будут менять, и я ни копейки не заплачу. Это очень приятно. Неприятно, конечно, все это привозить туда, оставлять машину на 2-3 часа и ждать, пока ее починят, ну или возвращаться. Но то, что я не плачу ничего из своего кармана, это приятно. Моя страховая, наверное, за голову хватается. Блин, опять 3,5 штуки платить за его лобовое стекло. Что же оно сыпется так? И лобовое стекло, кстати, ну, оригинальное ставят от BMW. Поэтому так дорого стоит. Не какая-то китайская замена. Но все равно оно какое-то хрупкое получается у меня. Как машина, сразу скажу, машина бомба. Ну, блин, еще бы, 100 тысяч. Женя мне раз в неделю дает ее покататься. Ну, я же ей ее купил. Вон, ей нравится она. Мне дает раз в неделю, в понедельник. Иногда в субботу, когда она дома весь день сидит, никуда не едет, я ее беру. Смотрите, какая прикольная штука. Постоянно камера работает, и вы смотрите, как что впереди. Как будто лобового стекла нет. Это, наверное, на случай, если на лобовое стекло что-то упадет такое, типа краска разольется, и все, лобового стекла нет. Ну, оно закрыто. И надо же как-то ехать. И вот люди смотрят вот в эту камеру, видите? Не знаю, зачем. Я не знаю, видно вам, нет? Тут прикольно, тут даже как в Тесле есть. Вот, видите? Показывает вам машину вокруг, люди выходят там. Но мне нравится больше, вот, где камера. Я не знаю, почему, но мне нравится. Прикольно так смотрится. Вот такая вот неудачная у меня. Не, машина удачная, стекло в этой машине неудачное. Постоянно ломается, разбивается. А так вообще классно все. Круто. Вот это единственное, не понимаю, зачем. Ну, как бы, я понимаю, зачем, но почему так сделали. Вот. Но тачка очень быстрая, сильная. И очень просторная. И сзади подушечки есть. И свой люк для тех, кто сидит на третьем ряду. Вот, большой обзор не буду делать. А, ну еще есть огромный люк. Я вас уже, наверное, замучил этими обзорами наших бесконечных машин. Мы меняем их как перчатки чуть ли не каждые полгода-год. Ну вот любим мы новые машины, старенькие вообще никак не любим. Так, ставим на спорт. Все красным покрылось, все вокруг в машине красное. О май гад, как она быстро едет. О май гад. По привычке говорю такие фразы по-английски. О май гад. Это выражение шока. На спорт ставите, все, она такая чувствительная. И эта проекция меняется, все вокруг меняется. Вот подвеска меняется, руль ужесточается. Ну, жестче становится, как-то тяжелее его. Ну, не знаю, как объяснить. Короче, все настраивается под спортивную езду. И она такая послушная, чуть-чуть на газ нажимаете, она все время держит на низких оборотах. И все время такая несется, вообще балдею. Сделали мы себе подарочек, ну, Жене в основном. Ну, я иногда беру ее, катаюсь. В основном езжу на траке. И иногда на Мазде. Ну, а у нас три машины, надо избавляться от одной. Это зачем? Столько много машин, страховка дороже. Я хочу себе еще одну машину купить, заместо других двух. Но какую, не расскажу. Но та будет просто нереальный монстр. По сравнению с той, которую я планирую купить, это будет просто черепашка. Вот. Но Жене нормально. Так, разгоняемся 100 миль в час.
что в километрах это 160 или 170, я не знаю. Ух! У нас тепло сегодня, жарко даже можно сказать. Где-то 20 градусов тепла, зима, февраль, середина февраля. Ну вот, как-то так, пообщался с вами, показал дорогу, рассказал что да как, похвастался машинкой. До новых встреч, ребята, ставьте лайки, подписка, кто не подписан, комментарии. Что думаете о машинке, что думаете о контейнере, пишите все, я читаю. Женечка читает часто. Все, до новых встреч, peace, пока-пока.